Так, что же нам делать? Ладно, хорошо, доведем. Новенькая! Короче, я сначала для Киры и для Софии буду... Если я скажу их имена, ты ничего не пишешь, окей? А когда я скажу твое имя, то окей, ну понятно. Или ты просто слушаешь? Ладно, пофиг. Софья Краб, Кира. Домашку подсказываем. Домашка. Я не сделала домашку, потому что у меня потерялась. Молодец. У меня домашка потерялась, поэтому я не сделала домашку. Кира, можешь даже на бумаге делать, это не важно вообще где. Ну да ладно, пофиг. Да нет, у меня тетрадка потерялась с буквами. А что без букв нельзя? А буквы я не запомнила. Понятно, ладно, ничего страшного. Ларион, дорогой мой, привет. Катакану проходить будем. Завиаграф, Кира, Ларион. Внимание на экран. Остальные никто не пишет. Первая буква в третьем столбике катаканы. Подожди. Запись башки. Секунду. Готовьтесь. Кстати, а у тебя вот это вот этот халатик, знаешь, на что похож? У тебя этот халатик похож, знаешь, на что? Я сейчас в пижаме. Конечно. Я не в пижаме. Она очень похожа на вот это кимоно, или как там, это одежда у японцев. Кимоно, я знаю. Ладно, давайте дальше. Первая буква, это буква Са. Помните ее? Зареньки. Так, варил. Вот. О, Диана, привет, здорово. Вот. Пишем. У меня не было, и я вот это вот писала. Сейчас покажи. Я написала 4 столбика. Ты же моя умница. Браво. И... Молодец. Пока жди. Можешь заниматься своими делами. Хорошо. Отлично. Кира, Диана, София Крафт, Кира, Ларион. Внимание на экран. Я хочу пока новики там. Я, конечно, попрошу их потом. Потом их в Ютубе там посмотреть, в Гугле прочитать. Но пока что, пока есть время, надо им объяснить. Ну, там, хироганы там, хотя бы до столбика. Поэтому я давайте вам дам... Несколько слов. Вы их должны будете написать. А если сможете... Кого там? Только можно из самых простых букв. Самые простые слова. Только можно сначала, вы послушайте. У кого потерялась тетрадка, или он вообще не запомнил ни одной буквы, то он может использовать Google. Остальные как хотите. Короче, тебе красный, Ларион, Кира, Диана. Первое слово. Река. Пишем. Это один из предметов. Так. Гордей, Руслан, Настя. Включайте камеры. А еще Никита. 5 ЦП. Урок проводить будем. Вот эти два. Руслан и Настя. Вы вообще тут? Отзовитесь. Так, раз. А Руслан, он вообще живой? Да, живой. Хирогана, это как у нас, это письменные буквы. Я не спрашиваю, как катакана, я потом объясню. Первая буква в первом столбике хироганы. Это
Буква А. Записываем и пишем 3 раза. Кто смог, тот поднимает листочек и показывает. Кто не хочет, просто слушает, но запоминает. Насчет слова у меня получилось вот так. Покажешь? А что ты катаканами пишешь? Не знаю. Может, хироганой? Может, это хироганой пишется? И да, Кира, неправильно. Что? Во-первых, слово неправильно, во-вторых, катаканой пишешь. Но это не особо важно. Участники уже 10, боже мой. А надо на английском писать или на каком? Вот если в Google вбиваешь, если у тебя нет японской раскладки. Открываешь переводчик. Переводчики настраиваешь. Да фиг его знает, что настраиваешь. Просто допиши. Рика, и все. Диана, у тебя что получилось? Я не знаю, на чем мне смеяться. Вообще правильно, Рика. Только перевод. Это не ухо. Это химия. Да, правильно, София Крафт. Следующее слово. Тан-таран-тан-тан-таран-тан-тан-тан-тан. Первое слово. Чучо. Пишем. И да, хочу вам напомнить, что там есть маленькие буквы. Новенький, вы написали? А какое слово? Чучо. Да, правильно, Кира. Эй, новенький! Написали? Просто вбила не... поиск. Настя, не видно. Не видно ничего. Подними. Поднимите. Еще выше. Ничего не видно. Ничего не видно, Настя Кулакова. Во-во-во. Почти видно. Почти, почти. Подальше. Подальше. Тебе ничего не видно. Ладно, и так сойдет. Руслан, вы написали, вы просто слушайте. Руслан удалился. Ладно. Так, Никита, как у вас там? У вас там нормально все вообще? Написали? Да. Показываем. Нама. Гулевич. Ты чё? Почти. Следующая буква. Буква И. Видно? Видно. А, да, видно, что нормально. А я, кажется, извини, поняла, что такое Рика. Рика – это наука. Рика – это наука. Наука, химия и так далее. Извини. Слово было чо-чо или что? Чо-чо. Стоп, а мы уже новое слово пишем? Да. Хорошо, Настя. Все написали из новеньких.
Вижу, что да. Еще 13 минут до перемены. Держись. Никита, хорошо. Диана, почти. Давай старайся. Напоминаю тебе, там есть маленькие буквы, которые мы проходили там. Ю там уменьшается, Ю там уменьшается и так далее. Хорошо, Гулевич. И следующая буква, это буква... Ы. Что, больше стало, что ли? Нормально. Хорошо, Настя. Хорошо, Гулевич. Гулевич. Майнкрафт. Тебе нормально, если ты еще пишешь? Тебе крафт. Ты это в Гугле нашла? Да. Молодец. Хотя бы написала. Молодцы. Диан, поняла? Википедия всегда. Понимаю. И Википедия в помощь. Новенькие, все написали, вижу, да. Курутя. Когда завис мозг, секунду. Так, следующая буква, это буква для новеньких. Буква Э. Тан-тан-таран-тан. Так, новый, так старенькие вы наши. Диана, Кира, Субъекрафт. Новые слова. Иларион заодно. А можно писать? Можно не писать? И я. Можно? Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Да. Я не буду. Если есть, ну, конечно. Я хотела сегодня провести урок и заодно выучить несколько слов, которые связаны со сладостями. Кто хочет? Кто любит сладости? Руки подняли. Даже новенькие. Раз, два, три, четыре. Пять. Ларион, ты понимаешь или нет? Ну, не любишь, так не любишь. Шесть. Пять. Шесть. Пофиг. Ладно. Кто-нибудь хочет вообще узнать на японском всякие сладости? Руки подняли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Проводим. Сейчас это 20 минут пройдет. Перемена будет, будем слова учить. Новенькими надо просто будет слушать, окей? Пытаюсь, вы еще хирогана не прошли. Или можете записывать. Я вот показываю, как писать. Прикольный единорог, Кир. Новенькие, следующая буква. Буква О. Старенькие, новое слово. Гюни. Да я сразу же угадаю, это июнь. Нет. Это вообще не... Это вообще съедобное. Нормально.
Достала это все. Оп. Ира, что ты руку поднимаешь? Настя, хорошо. По-моему, я смутно догадываюсь, что такое челча, хоть я его и не написала. Настя, молодец, давай отпускай его. Мне так, кажется, что, догадывайся. Мне кажется, челча – это торт. Не-не, это бабочка, братан. Ты же говорила, что это сладость. Не челча. Мы еще потом будем сладости проходить, когда слова будем проходить. Ты же говорила, что это что-то съедобное. Бабочка, она несъедобная. Я знаю, есть что... Пирог, я знаю, что несъедобная. Зато мед дает. Бабочка мед дает. Прикиньте, ребята. Так, ну, новенький, что, реально, написали. Она нектаром питается. Нектар, из нектара делают мед. Ем. Хорошо, хорошо. Молодцы, опускаем. Гулем, я и про себя тоже. Новенький, это был первый столбик в хирогане. Перейдем к второму. Это второй столбик, первая буква. Буква. Вот это, которая снизу. Вот это. Буква К. Ка-ка. Саня Крафт, Диана, новое это слово есть. Гю-ню. А ничего не будет, если не напишешь это слово? Здесь нет меня. Ну, в принципе, не будет. Последствия не будут. А что это? Что? Это? Это в каждой японской школе выдают музыкальный инструмент. Вау. Это флейта? А мне свою флейту подарили. Прикольно, она бесплатно дали, прикинь. Мне розовую подарили. А она коричневую. А Настя, еще у нас хорошо. Как всегда, я уже год не доставала. Лежит тут. Лети. Бедная. Новенькие. Следующая буква во втором столбике. Собираем роту. После буквы К идет буква Ки. Пишем, новенькие, пишем, пишем. Старенькие, вы поняли, что такое гюни? Нет, мы платим еще не, мы это даже плюс. Почти, Диана. И да, Диана, фиолетовый по-японски. Это там фиолетовый написала после? Перевод. Почти, Собьекрафт. Так, Настя, хорошо. Хорошо, Диана.
Хорошо. Не, стоп, Диана, стоп, стоп. Неправильно, Диана. Богдан, покажи еще раз, сорян, не увидела. У Леви нормально. Диана, покажи еще раз. Нет. Так. Новенький, следующая буква. После Ки идет буква К. А вот это вот слово, которое ты сказала, это случаем не комикс? Нет. Школа? А можно еще раз слово сказать? Юни. Юни? Юни? Нет. А как оно звучит? Юни. Хорошо, Глебич. После К. Диана, это ты сказала сейчас? Правильно! Так, новенькие, после буквы К идет буква К. Пишем, новенькие, пишем. Вытянули эндермена, вытянули, так и вытянули. Ой, так и вытянули. А твой кот японский, где он? Король спит. Кстати, вот у меня вот есть, по-моему, хорошо, у меня тоже есть кошка. У меня тоже есть кошка, она девочка. Но я считаю за мальчика. А я ее за девочку. А я его за девочку держу, а он мальчик. Это эндермен. Это эндермен. Все. Нормально. Майнкрафт. Диана, можешь не заморачиваться. Диана, не заморачивайся. Садямба. Новеньким объясняемба. Новенькие. Софиаград, можешь не заморачиваться. Можете, Диана, Софиаград, можете больше не писать. Это слишком сложно. Извиняюсь. Новенькие. Короче, это было два столбика. Я каждый урок буду задавать два столбика. Но желательно, чтобы вы пришли на следующий урок с какой-нибудь картинкой хироганы. Но пока что не выключайте, еще урок не, это еще урок не закончился. Короче, я вам хочу сказать то, что надо каждый раз до следующего урока делать домашнюю работу. Домашняя работа состоит из того, что надо три раза написать те слова, которые мы сегодня выучили. А сейчас перемена. Говорим, о чем хочет. Идем в туалет покакать, попить, поесть. Майнкрафт топ. Это все, о чем я хотел сказать. Майнкрафт топ. Это все, о чем я хотел сказать. Майнкрафт боялся, мой дорогой. Софиаград, ну как у вас там? Подсудите ту Вандораду. Это как раз перемена. Кстати, а мне вот интересно, по 301 желание. Есть, может быть, какой-нибудь телеграм-канал? Ну, где у меня его нет. А может, хорошо было бы, если был, я бы скидывал туда про Майн, все, что у меня происходит. Потому что я недавно, во-первых, сделал такой механизм в Майне, что все просто, все, даже олды многие не знают об этом. Даже многие олды Майна не знают. Ну, просто... Об этих командах. У нас, наверное же... Итак, давай, рассказывай. Они вот эти вот машины. Рассказывай, Софи. Я ждала.
Что, рассказывать или показывать? Можно даже показывать и рассказывать, короче. Показывай. Короче, я за неделю дошла до 17-го чаптера, и я разбиралась, я втащила в это своего брата. Я заставила его разобраться. И, короче, я скачала, не знаю, видно, тап-тап, там я скачала Twisted Wonderland на оригинальную US-версию, потому что я, кстати, еще администрации писала, я не знаю, зачем. Но мне очень нравится, что здесь все так легко идет. И мне в начало игры выпал SR. Это же SR, это максимальный или нет? Я просто не совсем понимаю. Я сама не особо понимаю, потому что я просто смотрю на персонажей. Смотри, нормально. Ну, типа, мне вот это выпало. Так это потому, что ивент. Вот, это хороший ивентовый персонаж, да? Короче, а ты прокачиваешься их персонажей? Ну, прокачиваю, да. Как прокачивать? Я их на учебу везу. Card level я тоже на учебу их везу. Ага. То есть какой-то другой способ? Нету. Я просто... Короче, ты луп используешь? Луп. Луп? Ну, когда там, короче, сверху, там, где skip там написано и так далее, там есть луп. И он все время, даже на час, даже на 24 часа можно оставить, главное, чтобы компьютер не выключился или планшет, или телефон. Тогда он будет все время урок идти. И они будут все подниматься и подниматься. Я, кстати, У меня есть, не использовала. Ну, я с планшета, и у меня там есть такая штука Алиса, голосовой помощник в Яндексе. Вот, и там, знаете, есть такая игра, сказку про репку. Вот, например, тебе там открывают, посадил дед репку, выросла репка большая-пребольшая. Тянет-потянет, вытянуть не может. Кому позвал дед? Обезьяну. И там дальше ты придумаешь, например, Ивана Прочка, Варвару Красу, Длинную Косу, меня, зайцы, кого там еще захочешь, попыт или вообще чего. Вот. Так, подожди. 5 минут прошло, возвращаемся. Запись, я уже вижу, что еще есть. Нет, поэтому... я не успела рассказывать. Я просто только сегодня сделал 3 командных блока. Нажимаю на один рычаг, ну, над командным блоком. Получается, столько для брони двигается вперед на один блок. Если на другой, поворот. И так я могу просто спокойно управлять столько для брони. Я вам обещал на первом уроке, что я вам расскажу японские сладости и научу вас их писать. Cool. Это время настало, мои дорогие. Как раз началось лето. И Кира умерла. Да я не помню Киру. Поставлю крестик. Давай. Первая еда. Ну, вкусняшки. Рамен. Нет, рамен это вообще просто еда. На обед, там, на ужин. Или это вообще не то. Гёдза. Сакигой. Никто ничего не пишет, пока я не допишу. Какие-го-ли. Вот. Что я Роза написала, то и называется. Вот. Какие-го-ли. Новенькие, если хотите, тоже можете записывать. А что это значит? Что это значит? Что Какие-го. Сначала пишем, потом расскажу. Это одна из сладостей лета в Японии. Так, какие, или там, да, какие, да? Подожди, пожалуйста, я не написала. Я даже не убрала. Как? Это претензия сразу. А как переводится? Вот какие, мне отчетливо немного видно, какие. Да. Какие, да, и дальше. Как и
Следующее получается... Го-о-ри. Таки. Гош. О-ри. Липошары. А у меня получился вот такой дракончик. Хорошо, Диана. А что за Биокрафт? Так. И кто... Смотрите. Так. Кто первый поднимет руку? Вот так? Тому я отвечаю. Раз, два, три. Кто догадается, что это? Ира опустила руку. Нечестно, нечестно, нечестно. Раз. Два. Три. Кто поднимет руку, кто отвечает? Ира, давай. У меня вот так получилось. Да не так, а... Нет, что ты догадываешься? Что это за вкусняшка такая? Наверное, мне кажется, что это... Нет, не кажется, а наверняка. Я скажу. Что это кексик какой-нибудь? Мне кажется, что это кексик. Нет. Кто еще? Какие ответы есть? Так, Сапекра. Это лед. Это что-то похожее на лед с сиропом. Я не знаю, как это. Сорбет, по-моему. Какой-то лед. Сорбет. Как и Гори. Это лед. Большой кусок льда берут или маленькие кусочки льда обычные. Их трут их до состояния стружки такой. И на нее сироп там лимонный, сироп клубники, малины, и еще что. Хорошо, смотрите, вот, Какигори, Гоори, это переводится, это от слова лед. А Каки, это от слова тереть там или еще. Вот почему Какигори. Оно летом прямо во всех больших парках есть такие маленькие фургончики, в них продают Какигори. И все дети такие, одну Какигори, одну Какигори. Я, по-моему, у нас вот в Питере, например, вот не одну Какигори, а, например, вот там фургончики в одном парке, а там у нас продаются соленые орешки почему-то. Гулевич, можно запускать. Это следующее. Тоже... Мне захотелось из этой темы. Мне не захотелось. Еще летние... Ну, не летние, конечно, а вообще оно на Омацури есть. Потом расскажу, что такое Омацури. На Омацури есть такой... Лата-аме. Так, подождите. Где мой там аватаме? Лежит черная, сгоревшая. Я даже не показала. Вот, аватаме. А что это значит? Потом расскажу, пиши. Сейчас у меня планшет разрядился. Подождите, пожалуйста. Я... Беги, беги. Ван. Аватаме. Подожди, знаете, я просто не сказала. Ва-та-а-ме. Хорошо, Диана. Подождите, пожалуйста, я не записала. Верните, пожалуйста. Хорошо, Зве. Смотрите, когда я говорю, что я что-то объясняю, то можете не показывать. Это только когда буквы пишем, окей? По-моему, это Ира, когда... что надо? Это я сейчас все напишут, и я спрошу. Так, руку опустили? Опустили руку. Раз. Кто первый поднимет руку, тот и отвечает. Раз, два, три. Кира, гоняй. По-моему, это сорбет должен быть. Почти. Дальше. Раз, два, три. Где она? Или это не поднимала руку?
Может быть, это естественно? Нет. Это не естественно. Нет. Дайте лучше скажу ответ. Вата аме это, смотрите, вата это пух, а аме это конфеты. Ну, конфетный там сироп или просто конфеты. Вата из конфет. Вата аме. Это такой, такая типа как вата. Подожди. Это если на русском говорить, это сладкая вата. Сладкая вата. Сладкая вата. Вата аме, сладкая вата. Они на Умацури продают. Хорошо, Гулевич, можешь не показывать, когда я тебе говорю писать. Ну, не писать, а рассказывать что-то. Кстати, у нас есть нечто похожее, ну, типа, называется не сладкая вата, а, ну, это как будто бы розовый сноп сена съедобный. Очень маленькие и очень вкусные. Я понятно. Пробовала. Вот, смотрите, я вам сказала слово мацури. О мацури. Кто догадается, что это? Например, не знаю, Кира? Как еще раз ты сказала? О мацури. Или мацури? Мацури. Мацури. Или мацури. Это торт? Нет, торт. Можете вы ответить? Ну, нет, это если торт? Вы догадываетесь. Если нет, то это нет. Торт? Нет. Мацури. Сейчас я попытаюсь. Это что-то похожее, такое круглое, или это желеобразное? Я просто... подождите, да я что-то вам не только смотрите. На Умацури продаются ватааме. Умацури... Фургончик. Нет. Умацури это такое собрание, ну не собрание, такой праздник, типа наступление лета, летний праздник. Там есть хлопушки запускают, большие такие, ханаби называются. Дают сладкую вату, мороженое продают, играют в пистики-путики, там танцуют, поют. Это называется мацури. Ну тогда это праздник просто будет какой-то. Мацури. Короче, если кто-то попадет в Японию, в тот момент, когда происходят всякие вот эти мацури, то лучше пойти туда, это возле ржака. Туда можно зайти кому угодно. Это бесплатно вообще. Так, ну еще есть сладости, те, которые многие любят. Так, давайте я дальше начну. Айсы. А можно потом из... это мороженое. Айс. Верно. Похоже на айс-крим. Но тут такое дело... Айс-крим. Айс пишется на катакане. Затем вы тут напишем на катакане, а вы тут перепишите, давайте. Потому что это заимствованное слово. Да. Разве не айс-криму? Айс-криму, аруши. Айсу, тою юбариката моримас. Максерга. Вот айс. Вот не то. Вот айс. Красная, которая. Хайто! Дальше. Чокорето. Да, Гулевич. Это шоколад.
Верно, это шоколад. Кто это сказал? У меня вот так получилось записать. Я знаю, что шоколад это чокорейтер. Вот, мороженое. Это тоже катакана, прикиньте. Вот. Чокорейтер. Да, я знаю. А вот мое мороженое, как я написала, вот. Молодец. Чокорейтер. Чокорейтер. А можешь еще немножко подержать? Давай. А еще на Японии есть традиционные вкусные такие вкусняшки. А чука что будет? Чука. Какая еще чука? Ну, салат чука. Сейчас скажи еще раз. Салат чука. Не знаю, как чукарами. Это не вкусняшка, это лапша. Еще на Японии есть такая сладость по имени омочи. Кто знает, из чего она состоит? Что это? А можно я потом из записи Диана перепишу? Ну, конечно. Диана, давай. Это рисовое тесто. Обычно внутри или крем, или бобы. И там еще внутри какой-то фрукт. Я просто обожаю это. Да. Короче, есть такие сакурамочи, чигомочи, анкомочи и так далее. Вообще, там иногда на омацири, ну, и вообще иногда очень редко, делают омочи прям перед всеми. Ставят такую большую деревянную тару. Еще есть такая большая деревянная палка. И у нее на конце как молот. И туда ложат это тесто и лупатят это тесто палкой. И оно получается воздушным, как говорят. Я помню, у нас возле дома это еще вот делали. Омочи. Ага, вот омочи. Лупатят тесто. И это еще называется самая страна, которая живет в будущем. Лупатят тесто. Вот омочи. Понимаю. Я это никогда не делала, но интересно будет. Я бы согласился. А можно один вопрос? Да. Там существуют реально буквы Ю? Или они как в русском, в хирогане, или они как в русском вообще как бы составные? Или они настоящие? Ю. Нет. Тут еще одна сладость, но она, это вода, это сладкая вода. Она как газировка. Вот я думаю, вы видели там в магазинах иногда, это называется рамуне. Там это... Как крышечка работает маленький мячик, ну, стеклянный который. Это газировка такая. Не, я не видела. О! Кстати, а у нас будет в конце чуть-чуть, вот, как мы всегда делали, обсуждение, типа... Интересно, как? Если до окончания урока будет где-то 3-2 минуты, давайте будем обсуждать что-нибудь. Можешь еще раз показать, пожалуйста? Я последнюю букву не успела записать. А мне интересно. Рамуне. Последняя буква, буква Н. Вот. Интересно, как будет на японском, я не знаю. Ватасива вакаримасен. Можно будет просто как бы... Смотри, это если девочка, то «私は ва вакаримасен». Если мальчик, то «僕は ва вакаримасен». А если просто без «я», это «я», «он» или «ты», просто «вакаримасен». Все.
Просто можно будет над друзьями прикалываться, как, допустим, в английском. Кто помнит прикол, типа, ты спрашиваешь, как переводится I don't know, а все отвечают, как бы, я не знаю. Это так и есть перевод именно. Было бы прикольно, если прям был перевод на слово. Самая лучшая фраза с друзьями во дворе. Ладно, давайте дальше. Еще лаки есть. Донатсы. Думай, молодые люди. Можно поднимать руку. Совекрат, можно поднимать руку еще. Можно я скажу? Конечно. По-моему, это что-то похожее на пончик. Или что-то такое. Молодец. Молодец. Это пончик. А как по-японски будет буше? Я даже не знаю, что такое буше. Буше – это тоже такое пироженкое, кругленькое, там сверху глазурь, а внутри... крем, типа взбитых сливок. Не знаю, может, так и называется выше. И, кстати, пончик пишется вот так. Вот это фиолетовое. У тебя тут много всего. Сорян, сорян, вот тут. Буш... Раз вам объясняю, заодно пишу. А можно не писать? Нельзя. Можно потом написать, но нельзя. Если ты хочешь, ну можешь писать. Можно не хочешь, можешь не писать. Как я с записи спешу. Ага. Так, ну, например, еще есть. Кто-то хочет какую-то сладость из японского узнать? Нет. Кола! Есть тортик, например. А, кола это будет Кока-Кола. Без изменений. Без изменений. А можно одно другое слово узнать? Капкейки. Нет, это в смысле вообще другое, не сладость. Я сама хочу. Ну, давай. Вот, а что вы хотите? В Петербурге. Символ этого города на гербе – это два якоря. Как будет якорь? Якорь будет... смотри. Не помню, ничего не помню. Давай, ты меня уделала. Отдаю бал. Проиграл. Я не помню, я это не использую уже лет 10. Лет 10 не использую этого слова, я не помню. А как тогда будет орел? Орел тогда как? Пока. А скорпион? Завис опять мозг. Просто скорпион – это созвездие, под которым я родился, так что, ну, просто это было ожидаемо, что никто его не вспомнит. Скорпион, подожди, секунду. А можно один вопрос еще тоже? Я, например, родилась, не могу точно утверждать, но я родилась под созвездием Телец, то есть я в мае. А я близнец. Близнец, Телец. Вот вам еще хочу прикол рассказать. Да. В русском языке есть май, июль, июнь, октобер. А в японском все легко. Пишет цифрами. Топ. Прикинь. Так, даже субъектов только не понял. Давайте расскажу, что это значит, молодые люди. А как будут морские часы? Морские часы? Ну, в смысле, что часы обтянутые канатом в морском стиле. Откуда, блин, мне знать? Можно вопрос? Нет, как они называются? Давай. А капкейки, это что-то вот на это похожее, да? Капкейки – это кексы. Ну да. Как будет шуруп? Шуруп.
Шуруп, который этот или который вот этот? Вот этот или который вот этот? Маленький. Маленький. Хрен его знает. Если даже если я знаю японский с 10 лет, с 0 лет, то я не все слова помню. Я только помню только те, которые я, мне нужны вообще в жизни. Ну, например, ну не знаю. Но если ты ремонт будешь делать, можно мне, пожалуйста, а тебе нужны шурупы, а ты не можешь сказать. Да, я не умею говорить, серьезно. Шурупы это не мое. Все, будешь без шурупов. Да. Мне нужны шурупы. Можно английском сказать, но тебя все равно поймут. Ты вот покажи, ты покажи просто ему кусок. Покажи ему вот это, он поймет почти. Притворитесь немыми и покажите фотку. Именно. Я каждый раз почти так делаю. Потом. Даже один раз такой случай был. Я с мамой пошла в магазин. Начали опять на русском что-то галдеть с мамой. Ну, разговаривать. И тут, и мы не знаем, где найти воду обычную. И тут каждый дед подходит и говорит на английском. А мы говорим на японском, поэтому он был в шоке. Лицо у него было как помидор. А, да, знаю. Чисто когда японец думал, что ты не знаешь японский. Чисто, я такая. Хай надо еще вот. Да. Поздравляю нас, называется. Я знаю, японцы будут очень удивлены. Да. Когда узнаешь русский. А как будет маркер? А как будет маркер? Мака. Таблетки. Таблетка. Мне нужна таблетка. Отбешимся. А как будет язык, который у нас во рту, типа показать язык? А, что? Ну, еще что-то такое сказать. Кстати, а вот вы в школе проходите оригами? Нет. Я оригами просто обожаю. Например, вот, смотрите, придумала свою оригами птичку. Ты знаешь прикол? У нас в классе есть один придурок. А? Какой? Да много их. Его зовут хулиганом. Я ему кличку придумала, его зовут хулиганом. Он на уроках, вот вы на уроках сидите, пишете задания, да? Ну. Думаю, да. А он сидит и оригамит. Сидит такой себе оригами, делает ему учитель, делает замечание, он не видит Чисто. Ничего, он делает оригами. А он делает... Про меня, только я и рисую, и оригами делаю, чисто я. У меня есть одна, смотрите, приколы. В Японии прям надо красиво писать. И у меня иногда рука такая. Еба. И у меня специальные бумаги, это прям странички есть специальные, для того, чтобы там начеркать их фиг знает что. Это очень помогает. Ой, кстати, знаете что? Сейчас а тут парень с оригами делает бумагу. Отойду на секунду, показать хочу. Кого-то еще вопросы? Нет, у меня пока нет. Ей-богу. Я не знаю, если мы ничем по уроку не занимаемся, может, запись выключу? Потому что да, в принципе, кстати, да. Но, в принципе, сейчас ничем не занимаемся. Так. Я не знаю. Сейчас, подождите, надо что-то придумать.